Всем привет! Сегодня хочу поделиться видео, как я восстановил SSD-диск Acer AS350. Также это видео подойдет для восстановления SSD-дисков Kingston и Gigabyte. Долго очень рылся в просторах интернета, уже даже хотел выбросить этот SSD-диск, но наткнулся на прошивочную программу. В принципе, все достаточно просто. Для этого вам нужно будет скачать вот такой вот архив. Он будет по ссылке в описании находиться. Ну вот, открываем архив, ставим на рабочий стол. Открываем папочку. Значит, подходит он для объемов 64, 120, 128, 240 гигабайт. Ну, все, что выше, я не пробовал. Для фирм Gigabyte, Kingston и Acer. На контроллере Phison 3111. Значит, открываем утилиту. У меня этого SSD диска уже нету. Да, он буквально сегодня уже достался в другой там компьютер, я его поставил. Вот поэтому я просто покажу вам на программке. Вот, у вас в разделе Device должен отобразиться ваш SSD-диск, только отобразится он должен не со стандартным названием, а с названием нестандартным, то есть со слетевшим названием, то есть будет инженерное название формата SATA фирм, там, например, S11. Вот, что-то в таком формате. Может быть немножко по-другому, ну, примерно тоже. То есть не будет там Acer S340 или 350, а именно будет SATA фирм S11, то есть непонятное название. После этого мы нажимаем Get Device Info. Вот у меня сейчас стоит мой SSD-шник, у вас будет здесь имя вашего, вот это SATA фирмы S11, версия его прошивки будет стоять и серийный номер. Вот, после этого вы нажимаете Upgrade Firmware и ждете. У каждого может по-разному происходить прошивка, у кого-то за 20 секунд, у кого-то за минуту, у кого-то за 2, может и больше, поэтому никуда не спешите, дождитесь окончания. 100%. После этого вам на английском языке выскочит сервисное сообщение, где будет написано о том, что ваш SSD-диск успешно прошит. Перезагрузите компьютер. Перезагружаете компьютер, и жесткий диск у вас уже будет определяться. Также советую после того, как он прошьется, открыть программу формата Minitool Partition Wizard, или можно пользоваться стандартной утилитой Windows, которые работают с жесткими дисками, и заново пересоздать раздел. То есть, если вам, ну, не важно, там информация была, например, или он был уже удаленный, ну, то есть желательно это сделать, чтобы у вас как бы все с чистого листа началось.